Здравствуйте, друзья! Это видео про объектив Nikkor с фокусным расстоянием 85 мм, светосила 1,4, диапазон диафрагм от 1,4 до 16. Это очень хороший портретный объектив, полностью мануальный от компании Nikon. В очень хорошем состоянии. Внутри, конечно же, есть небольшое количество пыли, которое не влияет на получаемую картинку и на на слое просветления на передней линзе есть две небольшие черточки. Как бы смазывание, но это не царапины, и их практически незаметны и абсолютно не влияют на получаемое изображение. По желанию, если объектив вы покупаете для установки на камеры Nikon, по желанию я могу установить одуванчик Лушникова, который даст полный функционал этому объективу, кроме мотора фокусировки. Фокусировка будет производиться вручную, но все остальные функции автофокусного объектива будут присутствовать. Выбор точки фокусировки, любой точки фокусировки, подтверждение звуком и светом, управление диафрагмой с камеры и, конечно же, еще и юстировка точки подтверждения непосредственно через чип. Цена объектива без установленного одуванчика в эквиваленте $350, что для этого объектива очень хорошая цена, которая, я думаю, вам понравится. И с установленным одуванчиком или с переходником, с одуванчиком для Canon, с переходником Nikon Canon, цена будет составлять $390 в эквиваленте в гривне или в другой валюте. Все механизмы объектива работают очень хорошо. Диафрагма чистая и сухая. Абсолютно без следов масла. В комплекте передняя и задняя крышка и защитный мягкий чехол. Спасибо за внимание.